Специальное предложение только сегодняшнего дня. Только второе появление Алгазгель Вита для вас эксклюзивно. Дополнительная скидка 1000 рублей действует только сегодня. Вы получаете сразу 3 упаковки. Третья к вам отправляется абсолютно бесплатно. Посмотрите, это ваш подарок. Полкилограмма Алгазгель Вита. Вы знаете, вот моя знакомая уже 1,5 месяца не может восстановиться после кишечного заболевания. Вторая знакомая, ее не берут на операцию, потому что у нее плохие анализы. У третьей знакомой повышен холестерин. И все это проблемы, которые живут среди нас. Кто может сказать, что чувствует себя абсолютно здоровым прямо сейчас? Оцените свое состояние. Сегодня мы поговорим с вами о восстановлении организма вместе с экспертом от бренда и разработчиком формулы Алгазгель Любовью Ильиной. Любовь, доброе утро. Спасибо огромное, что сегодня ты с нами. Расскажи, пожалуйста, кому ты рекомендуешь Алгазгель Вита? Доброе утро, дорогие телезрители. Очень рада, что вы уже с нами, уже смотрите наш эфир. Действительно, Вита – это абсолютная новинка, абсолютный эксклюзив. Была в эфире только один раз в мае месяце. И это очень ограниченная партия, поэтому рекомендую время не терять. Заказывать прямо сейчас. Кому я рекомендую? Вообще, для кого этот продукт? Слово «Вита» переводится как «жизнь». Мы все с вами хотим жить. Поэтому этот продукт я рекомендую особенно тем, кто уже старше 65 лет, кто имеет хронические заболевания, кто перенес тяжелое заболевание, принимает много лекарств или лежал в больнице, например, инсульт, инфаркт, гипертонический криз, перелом, травма, обследование. То есть любое долгое затяжное заболевание, которое сопряжено с приемом большого количества таблеток, с минимальной двигательной активностью, к сожалению, требует длительной реабилитации для того, чтобы ускорить восстановление, улучшить свое самочувствие, предотвратить развитие осложнений на фоне хронических заболеваний, предотвратить количество рецидивов хронических заболеваний, быстрее подняться с кровати и начать жить активную, здоровую жизнь. Вот именно в этих случаях я рекомендую Алгазгель Вита. И еще один очень важный момент. Вообще основное назначение этого продукта – комплексное очищение, восстановление и реабилитация после тяжелых длительных заболеваний, которые вы перенесли. Если мы говорим, допустим, о Советском Союзе, когда-то давно каждый год всех работников на месяц, на 21 день отправляли в санатории и профилактории хотя бы один раз в году для того, чтобы восстановиться, получить недостающие витамины, минералы, микроэлементы, восстановить нервную систему, сердечно-сосудистую систему, очистить кровь, очиститься от шлаков и токсинов, подлечить какие-то болячки. И вот этот вот месяц реабилитации давал силы, энергию и вот этот запал организму на целый год, чтобы мы жили нормально, работали, не болели, укрепили иммунитет и так далее, и так далее. Сейчас, к сожалению, далеко не все могут поехать на море, далеко не все могут позволить себе санатории и профилактории, далеко не все вообще могут от дома оторваться из-за наличия букета хронических заболеваний. Если вы, к сожалению, попадаете в число этих людей, именно для вас мы создавали продукт Вита. Вита соединяет в себе бурые морские водоросли фукус из Белого моря, это север России, и уникальные эндемические растения астрагал, чабрец и кизил, это то, что растет только в Крыму и больше нигде. Эндемики – это вообще вот как раз уникальные растения, которые встречаются только в одном месте в мире. И вот это сочетание того, что нам дало холодное Северное море и теплое Южное море, и находится внутри баночки Вита. Угу. В результате эта формула помогает очистить организм, в том числе очистить каждую клеточку от шлаков, токсинов, радионуклидов, тяжелых металлов, продуктов, которые мы дышим, которые мы едим. Если вы принимаете много таблеток, вам необходимо чистить организм, потому что печень, желудок, кишечник, и вообще, конечно, просто сил не хватает справиться. Самое первое, с чего начинает Вита, очищение крови, понижение уровня холестерина в крови, вывод растворения холестериновых бляшек, предотвращение тромбообразования, восстановление кровообращения и уровня кислорода в крови. Посмотрите, вот она, партия 11 июля. Какое сегодня число? 16 июля? 11 июля. 5 дней назад. Посмотрите, 2023 года изготовлена партия Вита для вас. Свежайшая, уникальная. Это только второе появление, и сегодня дополнительная скидка в 1000 рублей. Невероятно повезло нашим
наши телезрители это понимают. И сегодня третью банку, полкилограмма вы получаете абсолютно бесплатно. Звоните, не упустите такую возможность. Это просто уникальный шанс сделать первую покупку, познакомиться и присоединиться к армии огромной поклонников. И восстановить свое здоровье всего за месяц. Звоните прямо сейчас, пока это главный товар дня. Вот все говорят, холестерин, а чем он опасен-то, собственно? Собственно говоря, я очень часто говорю, что большинство болезней начинаются, к сожалению, с нарушения кровообращения. Я об этом сегодня буду очень много говорить. Если у нас есть проблемы с сосудами, если сосуды хрупкие, если они покрыты кальциевым наростом, если сосуды забиты холестериновыми бляшками и просвет сосуда сужен, если у нас густая кровь и клетки крови слипаются, образуя тромбы, вот это все вызывает массу тяжелых хронических заболеваний и подчас смертельных заболеваний. Вообще холестерин нужен для нашего организма. Ну, например, для чего? Если сосуд поврежден, холестерин запечатывает это повреждение. Но холестерина должно быть нормальное количество, а не переизбыток. К сожалению, с возрастом, после 40 лет, у нас у всех переизбыток холестерина в крови. Это все приводит к образованию холестериновых бляшек, а дальше тромбов и риск инсультов и инфарктов. Вот с этой задачей, с растворением холестериновых бляшек, понижением уровня холестерина в крови и предотвращение тромбообразования прекрасно справляются фукус и эндемики крема. Как мы принимаем? Принимать очень просто, как и все наши продукты. Открываете банку, срок производства вы видели, это буквально 5 дней назад, свежайший продукт. Срок хранения банки 1 год, если в закрытом виде. В открытом виде 10-14 дней. Открыли банку, взяли столовую ложку, как это делает Арина, выпили, запили стаканом воды. Принимаем утром за 20 минут до завтрака. И повторяем то же самое за 20 минут до ужина. 2 столовые ложки в день. Банки хватит на 7-10 дней. Результат великолепный, попозже расскажу. Проверено. Звоните и заказывайте. Третья банка абсолютно бесплатно. Дозванивайтесь прямо сейчас. Звонки бесплатные. Оплачивать можно сразу и получить 5% скидку, а можно оплатить потом. Главное сейчас успеть заказать.